Внимание социальным объектам. Глава района провел выездную строительную планерку. Он посетил Кировское сельское поселение, где продолжается строительство офиса врача общей практики. Каждый год в Славянском районе строятся и вводятся в эксплуатацию новые социально значимые объекты. И 2023 год не исключение. В хуторе Голицын приступили к строительству нового офиса врача общей практики. Оно стало возможным благодаря государственной программе Краснодарского края развития здравоохранения. Стоимость строительства и оснащения объекта составит более 60 миллионов рублей. Глава района Роман Синеговский, пообщавшись с подрядчиком, отметил высокое качество выполняемых работ. Но нужно постоянно следить за сроками, чтобы ввести объект в эксплуатацию вовремя. Нет, почерк чувствуется, что капитально строится. Чуть-чуть быстрее. Хорошо, искаем свое. С 2015 года в Славянском районе были построены три офиса врача общей практики в станице Черноярковской, поселке Целинном и Славянске на Кубани, а также три фельдшерско-акушерских пункта в хуторах Деревянковка, Красноармейский городок и Троицкий. Работа по созданию комфортных условий для оказания медицинской помощи жителям сельских территорий будет продолжаться.